Никита Пономарев. Поздравляем с победой. Ты стал автором забитого единственного мяча в этом матче. Расскажи, как удалось. Спасибо. Ну, игра была с первых минут очень тяжелая из-за погодных условий, из-за качества поля. Но мы с первых минут прессинговали, пытались, завоевать среднюю зону. Мы и сразу начали атаковать. Мы могли забить уже на первых минутах, но все не шло. И только под конец второго тайма мы смогли забить. Заметно, что к концу сезона ты начал проявлять себя, начал забивать голы. Набрал форму. Связано с чем? Тяжело вкатываться было или... Да нет, я просто обменял много позиций. Меня Сан Саныч пробовал на всех позициях. Вот я сейчас играю третью или вторую игру в опорной зоне. И вот, сориентировался, где что как. И вот дал результат. Команда Рославля. Достаточно тяжелый соперник. Последние два матча у вас поражение на кубке. Выбили они вас из колеи. Как сегодня, с каким настроем выходили на матч? Какие установки тренера были? Да, настрой сегодня был у нас самый боевой, потому что, все вы правильно говорите, они нас выбили, у нас была агрессия на них. Но мне кажется, мы на поле доказали, забивая все наши моменты, счет был бы 5-0, а то и 6. И все же, в начале матча, да и в конце, свои позиции вы проигрывали. Если брать начало матча, что это было, что это? Привыкание к полю, ведь уже газон достаточно тяжелый, мокрый. Или все-таки это давали себе характер, давался знать, то, что последние матчи были проиграны? Ну, я считаю, с первых минут, да, мы вкатывались, потому что поле все-таки мы на нем не тренируемся, а вот приезжаем раз в месяц, раз в два. Ну, как мы подсобрались, пару раз ошиблись и все, и потом уже понеслись. Хорошо, спасибо. С победой.